дорогие друзья, добро пожаловать на новое видео. С вами сегодня, как всегда, Олег Кофе. И мы, наконец-таки, спустя столько времени отсутствия, возвращаемся в стример лайв-симулятор. Знаю, друзья, знаю, что мы давно сюда не заходили, но дело в том, что я прокачивал свои навыки стримера. Давайте, я шел к своей цели стать самым популярным, и я вам, конечно, сейчас покажу, что у нас успело поменяться. Значит, у меня тут валяется, это уже вся протухшая еда, это все нужно выкидывать отсюда, у меня просто было лень это заниматься, понимаете, поэтому все это валяется здесь. Понимаю, что это неправильно, когда у тебя скапливаются столько мусора и еды, как бы под столом, но, ребят, поверьте, так живет абсолютно каждый ютубер и каждый стример. Уж это я знаю. Итак, значит, а что у нас успело поменяться? Значит, друзья, прежде чем я, конечно же, вам все это дело покажу, обязательно поставьте лайк и обязательно подпишитесь на канал. Значит, смотрите, ребят, что у нас успело поменяться. Перемены реально огромные, просто межгалактические. Итак, заходим, конечно же, в блендер. Самое интересное, и я, по сути-то, разбогател уже, получается, да? Я реально стал, и не только разбогател, на секундочку, я стал реально популярным стримером, потому что, ребята, вот, пожалуйста. Значит, смотрите, на данный момент на нас подписано почти 40 тысяч человек. И это просто какое-то безумие. Да, я несколько недель стримил просто без перерыва туда-сюда, и вот, наконец-таки, мы пришли с вами к этому результату. Значит, рекламные доходы у нас 16 тысяч долларов, а ожидаемый доход через 3 дня это 21,5 тысяч долларов. То есть я реально уже за каждые 3 дня получаю нормально такую котлету, просто капусту себе в карман. И у нас среднее число, значит, зрителей на стриме, значит, 1000 людей постоянно сидит, и это реально радует, и это реально хорошо. Поэтому, ребята, мы с вами, так сказать, уже пришли к этой цели, которую я пытался реализовать на протяжении долгого времени, и, наконец-таки, этот день настал. Значит, чем мы сегодня будем с вами заниматься, потому что планы, так, господи, не могу вести этот пароль, постоянно забываю. Значит, какие у нас сегодня реально глобальные планы, я вас сразу заранее хочу предупредить, что сегодня будет много чего интересного. Значит, для начала, а, так, погоди, стоп, сколько мне там дней нужно, 3 дня нужно дождаться, да, я уже свою выплату, по-моему, получил. Так, где-то мои денежки, погоди. Вот, значит, у меня начнут сейчас 22 тысячи долларов, да, это весьма большая, весьма крупная сумма денег. Значит, сегодня я постараюсь накопить денежку со стримов и купить, наконец-таки, себе нормальный автомобиль. Потому что, ребята, реально, вот та вот колымага, которая стоит у меня, значит, под окнами, вот это вот, да, вот это ржавое ведро, значит, да, с болтами, значит, ну, реально надо менять. Реально надо заменить на какое-то достойное транспортное средство. Поэтому, смотрите, мы прямо сейчас заходим с вами на сайт и просто, ну так, ради интереса посмотрим. Я помню, мы уже заходили, но я забыл. Значит, давайте посмотрим, что у нас тут вообще имеется. Значит, уже сейчас я могу купить себе вот такую машину за, по-моему, это Toyota, за 11 тысяч баксов. Значит, могу купить себе фургон минивэн чисто за семерок, вообще по кайфу, да. Могу себе, по-моему, это старенький Корвет такой, значит, могу его уже купить себе, и могу даже купить себе Каен, это или Макан, по-моему, да. Значит, вообще прекрасно, да, но наша главная цель — купить автомобиль Паршак, естественно, за 32 тысячи долларов. Но таких денег у меня пока что еще нет, поэтому мы сегодня с вами будем работать. Так, и перед началом стрима давайте мы с вами наймем еще больше модераторов, потому что у нас уже на это сейчас имеются деньги, имеются, мы можем позволить себе в плане финансово, вот, поэтому запретить машину, чат не может дышать. Так, не, мод беспощадно панит, вот, бухгалтер, вот, оставим его с бухгалтером. Все, мы будем платить модераторам 100 долларов, там, в течение 3-4-5 дней, и как бы это реально нормальный цель. Все, значит, можем уже, так, давайте перед началом стрима еще зайдем, получим 53 бакса с ютубчика капнуло, хорошо, прекрасно. Так, и за интернет нужно, конечно же, заплатить, за высокоскоростной интернет, проплатили, хорошо. Так, за счета давайте сразу заплатим, за электричество 258 бакс, да фигня, вообще реально. Мы с вами миллионеры, мы можем тратить эти деньги куда угодно и как захотим. Знаете, что я еще хочу попробовать сделать? Значит, мы с вами ни разу не заказывали рекламу, значит, на билбордах, либо же где-то в интернете. Давайте сначала попробуем заказать ее в интернете, да? Просто посмотрим, сколько это будет стоить. Значит, смотрите, ежедневный рекламный бюджет 300 долларов в день, значит, длительность объявления 4 дня. Блин, ну так-то уже дороговато, согласитесь, да? Так что уже ценники совершенно другие. И, соответственно, так, ежедневный рекламный бюджет. Ну, давайте, допустим, поставим 500 баксов, да? И, значит, за 4 дня, а как, подожди, за 4 на 5 это получается 2000, а почему 3100? Чё-то как-то попахивает мошенничеством каким-то попахивает, честно говоря. Чё-то тут не сходится цифра немножечко. Ну, да ладно, давайте, значит, попробуем, значит, ну, реально просто интересно, как это повлияет на наш онлайн. Значит, а какой максимум можно поступить? Мы можем такое сделать, по идее, мы можем такое сделать, но у нас сегодня цель накопить на автомобиль, поэтому пока не особо расходуем деньги. Значит, начинаем кампанию с вами, все, значит, и теперь, я думаю, после такого мы с вами можем даже стримить. Итак, значит, заходим, соответственно, в OBS. Так, надо все быстренько настроить, качество потока Full HD ставим, значит, FPS у нас пусть будет 144, я так и не понял вообще, на что это влияет. Так, и, конечно же, ставим битрейт 15 тысяч, соответственно, да, значит, сохраняем поток, соответственно. Ну и все, мы можем с вами начинать стримить, как я понимаю. Правильно, все, пошло, поехало. Так, давайте, значит, перед началом стрима, значит, вы сейчас увидите, как быстро у нас будет расти онлайн. Я вам сразу говорю, он будет расти максимально быстро, просто с какой-то невероятной скоростью. Значит, давайте еще перед этим зайдем, конечно же, вот в это приложение,
чтобы читать. Да, блин, 2273, вот, все. Значит, будем читать сообщения, там, донатики. Вот, у нас уже 1000 онлайнов, 1500 онлайнов. Это просто какая-то жесть. И сейчас нифига себе. Так, а вот это интересно, знаете что? Это так влияет вот эти вот рекламные объявления, которые мы разлетели по интернету? Или чего? Потому что я, честно говоря, пока не понимаю, какой эффект. То есть, смотрите, до рекламы у нас было примерно 2000 онлайнов. То есть, там, 1500-2000 онлайнов стабильного онлайна. Вот, значит, реклама, я уже вижу на самом деле, что онлайн начинает расти, хотя, возможно, это просто приходят зрители, которые когда-то на нас подписались и просто давно к нам не заходили. То есть такое тоже может произойти. Значит, будет интересно реально посмотреть, как на это вообще влияет реклама, потому что пока, честно говоря, непонятно. Вот, поэтому пока что ждем и смотрим, как это все дело будет идти дальше. Значит, смотрите, если мы, так, а где интернет? Вот, значит, смотрите, если мы сейчас с вами будем пускать рекламное объявление, значит, да, то с одного вот за 90 секунд мы с вами заработаем 255 баксов. Вот так бы в реальности, реально, а? Сидишь, ничего не делаешь практически, просто отпустил рекламку, 255 баксов в карманчик забрал, вообще по кайфу, да? Так, давайте осторожно предупредим зрителей, которые там сражаются с друг другом. Ну, слушайте, онлайн пока что стоит на месте, то есть он, ну, так чуть-чуть туда-сюда, то есть как-то вообще непонятно. То есть вот в районе 3000 он должен дойти до 3000, я уверен. Ну, еще учитываем тот факт, что мы только начали стримить, возможно, еще кто-то не успел подойти, и как бы все такое. Так, давайте расскажем какую-нибудь интересную, супер максимально интересную историю. Значит, еще что я хотел сегодня сделать, я уже думал это сделать после покупки автомобиля, чтобы правильно все грамотно рассчитать, конечно же, наши финансы. Значит, я хотел прокачать свои навыки стримера, просто они уже, когда подходят к самой верхушке, они реально очень дорого стоят. Ну, то есть, если вот, допустим, я хочу разблокировать вот что-то вот, допустим, на этом уровне, то это стоит уже косарь баксов, да. То есть, как бы, реально уже дороговато. А что дальше там будет, я, конечно, не знаю. Хотелось бы, конечно, все это максимально быстро прокачать, потому что, так или иначе, все вот эти навыки стримера, они помогают нам. То есть, они развивают нас, они влияют на наш онлайн, да, и все такое. Вот, значит, в планах это, конечно же, у меня сегодня прокачать. Так, значит, поговорить о кошках, конечно же, о кошках. Конечно же, о кошках. Мы кошатники, ё-моё. Так, онлайн 3000. Хорошо, хорошо. Ой, донатов-то сколько, посмотри-то, а? Хорошо. На машинку. Поделитесь своим реальным мнением. Да. Вот так вот делаем. Значит, все, онлайн растет, донатик капает, зрители смотрят, вообще все кайфует, максимально круто. Ай, блин, кстати, я забыл заказать еды. Я забыл реально заказать еды, ну и по сути нам это на самом деле это током сейчас не... А, хотя не, ну, надо заказать будет, да. А то я вот это же, конечно же, не буду есть, то, что у меня под столом валяется. О, 30 баксов присылает, ничего себе, вот это приятно. А, так, мое любимое занятие — слушать музыку, конечно. Значит, наша следующая цель вообще, в принципе, да, как бы такая глобальная по подписчикам, дойти до 50 тысяч, я не знаю, когда это у нас получится реализовать, а уже после этого, конечно же, мы будем стремиться к соточке. Будем очень сильно на это надеяться. Ой, что-то я устал, да, и значит, поток у нас закрывается, значит, одновременно мы это сделали, все, и давайте сразу тебе закажем еды на утро, потому что по-любому проснемся, проголодаемся, как это обычно бывает, там, сразу, чтобы на целый день период, так сказать, хватило, вот это тоже заказы. Я могу сразу все позиции себе заказать, так сказать, и не обеднеем от этого. Блин, нет, я на самом деле реально в шоке, то есть, как быстро вы с вами поднялись вообще, понимаете, да? Мне пришлось-то просто пару дней просто постримить, получается, поиграть-то пару часиков, да, там, туда-сюда, там, значит, ну, это, конечно, было тяжело, я вам хочу сказать, да, то есть, это было не максимально просто, как хотелось бы, конечно, да, это было реально сложно, потому что нужно было проводить супер-мега-длинные трансляции, то есть, все такое, то есть, постоянно там туда-сюда, там, кушать много и все такое, но мы молодцы, мы с этим справились. Так, давайте сразу вот столько, 181 бакс на еду, да, пипец, вообще, чуть такое, ой, так, значит, давайте сразу заберем с вами донатики, конечно, которые нам присылали, это очень приятно, спасибо, 795 баксов, это приличная такая сумма. Так, и давайте как раз-таки, пока к нам едет, соответственно, еда, блин, надо на самом деле реально заказать клининг, чтобы все это убрали, потому что мне, честно говоря, впаду туда-сюда бегать. Значит, давайте поспим, блин, ну и ремонтом, конечно, тоже нужно будет заняться. Я думаю, что наша следующая цель уже после покупки автомобиля, это будет, конечно же, ремонт в нашем доме, в нашей квартире, потому что, сами понимаете, что бегать просто в пустом доме, в пустых стенах, где, собственно, только есть кровать и рабочее место, это, конечно же, некомфортно. Опа! Также, ребята, вы писали в комментарии, чтобы я купил себе холодос, чтобы я мог еду ставить туда, чтобы она, соответственно, не портилась. Этим мы обязательно делом тоже займемся, правда, не сегодня. Так, давайте сразу с порога вот так вот просто похаваем немножечко. Нормально вообще, да, хорошая схема. Ну и пусть там валяется. Я просто реально не хочу туда-сюда бегать, потом еще мало ли перепутаю с испорченной едой. Так, ну и, соответственно, давайте в душ сходим, соответственно, перед стримом, так сказать, да, потому что все же как-никак потим во время стрима, хочется быть свеженьким максимально, да, и чтобы пахло хорошо. Значит, запускаем трансляцию, соответственно, да, и подожди, мне интересно, когда там оплата должна прийти? Когда нам должна прийти оплата? Сколько дней нам еще ждать? Я прям реально не терпится купить уже наконец-таки свой автомобиль. Мне просто реально интересно посмотреть, как моя машина, вот эта вот ржавая, будет отличаться от вот этого Баршака, который мы с вами наметили, вот. Потому что, ну, там, скорость, да, там, как бы, вот это все, обращать внимание на нас будут, возможно, там, да, сразу, там, мы, как бы, стрим можем запустить, показать ее, там, и все такое. Блин, ну, не ты!
Ну не ты, ну пожалуйста, ну что ж ты вот постоянно пристаешь-то ко мне, а? Ой, как-то надо от него избавиться. Я думаю, что от него как-то избавиться можно, но только надо найти как. ЦЛВД. Так, ЦЛВД. Все. Я как понимаю, что это легко, как бы, да, обойти всю эту систему, разблокировать этого хакера и все такое, да, но просто он достает реально. Вот всегда не вовремя, понимаете, он появляется. Значит, ребята, стримим, забираем денежку и едем покупать себе автомобиль. Слушайте, да, ребят, я, честно говоря, не понимаю, как работает вот эта вот рекламная кампания, значит, которая продвигает нас, потому что мы вот прямо сейчас с вами летим со скоростью 3,7 км в час, как это модно сейчас говорить, да, смотря на онлайн, и я вот, честно говоря, не понимаю, что вообще поменялось, куда что я потратил свои деньги, реально. Потому что до этого, вот буквально несколько дней назад у меня был онлайн 10 тысяч, и там 11 тысяч, до 12 доходил, а сейчас 3,7, то есть, как, ну, непонятно, как это вообще работает, реально. Я как понимаю, что я стримлю только 3,5 часа, но мне кажется, 3,5 часа-то народу должен подойти, да? То есть, как бы, ну, ладно, хорошо, допустим, закончится у нас вот эта рекламная кампания. И что, мне кажется, нас будет смотреть столько же людей абсолютно. У нас на нас подписано почти 40 тысяч. Блин, ну что, серьезно, устал уже так быстро, что ли, а? Надо было поесть, что-то я не успел, конечно же, об этом позаботиться, но ничего страшного. Итак, значит, нам еще нужно с вами отстримить один день, и после этого мы с вами едем покупать себе новый автомобиль. Да-да. Да уж, друзья, отчет все крайне плачевно на самом деле, потому что онлайн у нас всего лишь 1000 человек. Скорость 1 километр в час. Что такое вообще? Я не понимаю. Как так вообще? Реально, мы только вот 2-3 часа уже стримаем, идиот, а у нас онлайн вообще не растет. Это вот я вот за вот эту рекламу заплатил деньги, реально. Я не знаю, может быть, подороже просто надо было рекламу взять, я не знаю. Но что-то как будто она вообще играет наоборот все это, реально. Как будто она наоборот только хуже все делает. У меня никогда такого маленького онлайна-то не было при таком количестве людей. Это кошмар, это, конечно, кошмар. Ну ладно, надеюсь, что завтра, просто завтра, понимаете, важный день. Мы с вами будем покупать автомобили и, возможно, ну, я не знаю, возможно, завтра будет что-то по-другому, да. Мы купим тачку, покажем зрителям, зрителям будет по-любому интересно, заинтересуем их, заинтригуем. Поэтому я думаю, что завтра все должно быть реально чики-бамбой. Значит, у нас что у нас? Энергия еще 12%, нормально, еще можно немножечко постримить. Так, что еще у нас там? Донатики приходят, отлично. Ой, что, ой, извините. Я выбрал немножечко не то, простите, извините, случайно выбрал. Так, ладно, давайте будем, наверное, уже закруглять нашу трансляцию. Энергия у нас уже там на нуле, заканчивается практически. Значит, будем заканчивать поток, значит, и все. Значит, ребята, ждем мы завтрашний день. Давайте сразу еще, знаете, что сделаем, соответственно, да, чтобы собрать полностью денежку, которую мы вообще успели сами заработать. Значит, вот это мы забираем, однозначно забираем с вами донатик. Значит, потом зайдем мы с вами еще, конечно же, на ютубчик зайдем, посмотрим, сколько у нас. 42 бокса, неплохо, нормально. Так, по счетам что-нибудь заплатить надо? Нет, все нормально. Ну, все получается, мы можем идти спать, после чего будем покупать себе автомобиль. Ну что ж, друзья, доброе утро! Это действительно утро доброе, потому что мы заходим с вами в банковское приложение, переводим все денежки, и у нас 42 850 долларов, да? Вот это реально хорошо, вот это реально прекрасная новость. Утро действительно начинается очень даже хорошо. Значит, давайте заходим в кардилер, осмотреть машины, и вот она наша. Так, а погоди, приходите в наш магазин и познакомьтесь. То есть это, погоди, я думал, заказывать надо. То есть это нам вживую надо поехать, осмотреть автомобиль, соответственно, да, и купить его. Ничего себе. Так, давайте сразу что-нибудь на дорожку быстренько перехаваем, так сказать. И можем отправляться уже, собственно, к дилеру на покупку автомобиля. Ребята, ну все, можете меня уже заранее начинать поздравлять. Мы сегодня мы реально станем счастливым обладателем Porsche. Не, ну это круто, это реально круто. Если вот понимаете, вот мой день вообще из чего состоит. Я просыпаюсь, кушаю, иду стримить, засыпаю. И вот так вот каждый день. И при этом я покупаю себе Porsche. Вот было бы все так и в реальной жизни. Было бы реально очень здорово, реально. Так, значит, давайте. Ой, капец. Вот посмотрите, ребят, мы сегодня вот это будем менять на Porsche, понимаете сами, да? Так, значит, садимся в автомобиль. Еще осталось, конечно же, понять, где находится вообще этот дилер. Потому что я, честно говоря, не помню. Так, значит, что еще вспомнить бы, как управлять автомобилем. Значит, давненько за рулем, конечно же, не сидел. Значит, давайте найдем дилера и доедем до него. А вот и он! Так, давайте сразу внутрь заедем. Блин, а внутрь мы... Ну, ё-моё, ну чё... застряли, что ли? Серьезно? Все. Конечно, остановочка, приехали. Ну все, ладно, нам как бы все равно дальше на этой машинке-то ехать-то и не надо. А все, я не знаю, она что-то застряла, выезжать-то и не хочет. Итак, ребят, значит, вот автопарк, который мы с вами можем купить в этой игре, соответственно, да? Ну вот эта тачка тоже круто смотрится, согласитесь, да? Я бы мне вот эта, честно говоря, машина нравится дальше, но Porsche тоже, блин, круто смотрится. Мне просто интересно вообще, что поменяется. Итак, машина стоит 32 тысячи долларов. Так, а документы какие-то подписывать, там вот это все надо.
ребята, не надо, ладно, давайте что, ребята, покупаем, получается, вам не хватает денег вашего. Ай, блин, еще и в кошельке деньги, получается, должны быть, да? То есть это мне надо банкомат? Да ё-моё, ну вы раньше-то не могли сказать, зачем я туда всю эту банк переводил-то, а? Слушайте, ребята, мне кажется, будет опасно идти по городу с такой-то суммой. А чё это, погоди, чего? Я только 2000 баксов могу снять, серьёзно? Да ё-моё. Так, нет, стоп, погоди, мне это дело не нравится, погоди, а как мне тогда в нау-то вывести столько денег? Так, а если я напрямую, допустим, с банка буду снимать? Так, ты чё, прикалываешься, что ли? Я не понимаю, это сколько? Ладно, хорошо, снимаю. Пожалуйста, выберите счет. Ну, вот так вот все делаем, вот так. Блин, чё так долго-то все это снятие происходит? Я это не понимаю, реально. Вот теперь у нас имеются деньги на покупку автомобиля. Все, значит, можем идти. Блин, опасно, тут еще люди на гелике едут. А сюда бегаем до автосалона, быстренько просто деньги в кассу кидаем, и все, автомобиль наш. Не, ну, ребят, реально тачка офигенная, согласитесь, а? Реально классно. И все, мы теперь ее покупаем, и она теперь получается наша. Так, а подожди, она как... О, погоди, чего? О, все, она моя, она прям моя. Все, я прям могу прям отсюда уезжать, прям на ней. Ё-моё, так, слушайте, надо проверить это, как бы, характеристики-то ее, скорость там, вообще такое. Ну что, аккуратненько как-нибудь выехать, так, чтобы ничего не задеть. Так, значит, давайте разгон посмотрим вообще, значит, как она быстро будет у нас ехать. Тормоза, тормозов вообще нету. Тормоза, что у той не было машины, что у этой, блин, тормозов нету. Значит, давайте сейчас быстренько с вами докатимся до какой-нибудь... Ой, блин, еще и закидывает, да ё-моё, пипец ее зану... Простите, это, кстати, не я был, если что, простите, извините, реально, случайненько получилось. Нет, слушайте, давайте реально попробуем выехать сейчас из города, ну тормоза я вам, куда, уйдите с дороги, блин, а. Хочу сказать, реально тормоза практически просто не работают, что на той машине, что на этой машине. Реально приходится просто вот как-то контролировать все-таки, это реально более-менее адекватно. Итак, значит, наша главная цель просто замерить максималку, да, просто как быстро она будет вообще, ух, ничего себе, так мы летим, слушайте, мы, ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, спокойно. Просто плохо, это то, что я карту-то не знаю, дорогу-то не знаю, где повороты-то тоже не знаю, соответственно. Не, ну слушай, не, разгон пошел межгалактический-то, а? Фига, ой, куда, куда? Нормально. Ой, слушайте, а что это за домик? Это что такое? А мы, кстати, вот где-то здесь тоже можем домик себе купить. И, кстати, уже прямо сейчас можно даже переезжать туда, но мне пока нравится наша квартирка. Слушайте, я посмотрел карту, даже прикиньте, нормального прямого участка дороги нету, чтобы можно... Да куда ты... Да, блин, ну только новую машину купил, ну куда ты врезаешься в меня, блин, а? Вот реально, я уже все посмотрел, и что-то не это, и что-то как-то нормального даже прямого участка дороги нету, чтобы затестить. Чтобы, понимаете, полностью просто вкусить в этот автомобиль. Ой, еще один Поршак, по-моему, поехал. И просто, ну машина в поворот вообще отказывается заходить. Я вам серьезно говорю, ребята, это просто, ну не разложиться, только так можно. Ну все, мы походу сами разложились. Ну все, куда? Блин. Ну не, ну только не воду, только. Че, поедем, гидроудара там не будет, надеюсь, никакого, да? Можем ехать. Слушайте, а мы тут с вами, даже ни разу-то и не было. Интересно посмотреть вообще, что за карта-то происходит, а собственно. Потому что мы были только вот в том поселке, где мы жили первое, значит, время, да? И вот только в городе и все. А во всех остальных местах у нас с вами даже ни разу-то и не было. Во, прямой участок дороги, давай. Фига себе, е-мама, 250 летим, 250 летим. 200... Боком. Ема, чего? Ема, я боком хорошо сейчас знал, видали как, а? На скорости 250 км в час боком пошли нормально вообще, а? Не, ну слушайте, если такими темпами, конечно, я стану реально профессиональным гонщиком. Куда мы вообще едем, я вот этого не понимаю. Вот реально, я просто еду, куда глаза глядят. А вот где что-то домик знакомый, по-моему. А мы, по-моему, отсюда и начинали, да? Самое первое задание было, по-моему, здесь, да? Блин, ну круто, ребята, круто, конечно, то, что у меня теперь есть новый автомобиль, да и тем более какой, сами понимаете, да? То есть это реально. Мы с вами вышли на новый уровень. Нужно. Если, конечно, такое можно сделать, было бы круто отсюда запустить свой стрим. И как бы на стриме все это дело, конечно же, показать. Я думаю, зрителям было бы интересно на самом деле тоже посмотреть на автомобиль, как бы, да, со всех сторон и все такое. Собственно, друзья, не спрашивайте, как это произошло. Просто не спрашивайте, как это произошло. Я просто пытался доехать до дома, понимаете? Я просто пытался реально доехать до дома. Так, а мне вот интересно, а что делать-то в этой щиту? Ну только купил машину, ну чё за фигня? Ну как такое вообще могу? Ну как такое могло произойти? Ой, блин, ну чё делать теперь, а? И как до дома-то идти? До дома-то там не ближний свет, там 300 метров бежать, а? Колёсики там крутятся. Не, ну это ж надо так вообще, а? Ну как я не понимаю это реально? Ну чё за, блин, фигня? Подвезите, пожалуйста, помогите. Бессердечный, у него то же самое. Ну потому что тоже Porsche, видишь?
Ой, блин, вот и что делать? Так, по-моему, кстати, я знаю, что делать в этой ситуации. По-моему, надо зайти в телефон, приложение автомобиля. Так, поверните опрокинутую машину обратно в нормальное положение. Недостаточно стоит на... Да ё-моё, да что ж так сложно? То на кредита, то туда, то сюда. Хорошо, так, давайте еще раз попробуем сейчас это сделать. И, возможно, сейчас как раз-таки произойдет то самое чудо, которое нам поможет... Вот! Другое дело, вот это я понимаю. Слушайте, ребят, решил вернуться в старый добрый городок, где мы сами начинали-то. Поднимались с самых низов, понимаете, с самого нуля. Ну, ничего не изменилось, правда, конечно, в этом городке. Ну, давайте хотя бы в домик свой зайдем, посмотрим вообще, что там, что-нибудь может поменялось. Может, кто-нибудь живет там, а? Кто знает, понимаете, недвижимость надо периодически проверять. Да нет, слушай, нормально, все как и было, так и осталось. Слушайте, я предлагаю, знаете, что нам еще с вами нужно обязательно сделать. Давайте, как я и говорил, у нас там как раз-таки осталась какая-то копеечка. Давайте мы с вами прокачаем своего персонажа. Значит, вот это мы давайте с вами прокачаем. Во время трансляции вы будете меньше подтверждены влиянием факторов окружающей среды. Это вообще замечательно. Так, вот эти вот манеры давайте тоже прокачаем. Хотя мы с вами такое толком-то и не использовали. Увеличивает вероятность получения пожертвования. Вот это обязательно нужно прокачать. Так, это что у нас такое? Передача предметов в использовании царя. Это тоже нужно обязательно прокачать. Это тоже мы прокачиваем. Так, и вот это все. Ой, 5000, ничего. Нет, это пока подождет. Слушайте, это пока подождет. Так, что еще? Значит, вы теряете меньше энергии во время... Ой, вот это прекрасно. Обязательно надо прокачать. Интересно, посмотреть, сколько денег-то у нас вообще осталось. Так, это увеличили лимит, но, конечно, прокачиваем. И это у нас... Вы получите больше подписчиков во время... О, так это вообще прекрасно, слушайте-то, а. Больше энергии забирается из пищи. Это тоже давайте прокачаем. О, меньше шансов быть взломанным. А, все, деньги-то закончились. Корон тоже закончились. А. Ну что ж, друзья, я думаю, что на этом моменте и можно сегодня заканчивать нашу сегодняшнюю серию по такой игрушке, как стример лайв-симулятор. Я надеюсь, она вам понравилась. Вы, как всегда, конечно же, подписались на канал и обязательно поставили лайк. Ну а с вами сегодня был, как всегда, Олег Кофе. Огромное спасибо за просмотр. Всем до скорой встречи и всем пока-пока.